Чуть больше года осталось до начала Экспо-2020. Всемирной выставки, запланированной к проведению в Дубае, на которой одна из центральных ролей отведена инновационному транспортно-инфраструктурному комплексу SkyWay. В скором времени нашему проекту необходимо будет продемонстрировать конкретный результат также в Шардже и других Эмиратах. Согласно озвученным планам и приоритетам, осталось совсем немного времени до того момента, когда возникнет потребность в переходе к серийному производству подвижного состава и путевой структуры струнного транспорта Юницкого. Уже сейчас компания-разработчик осуществляет активную подготовку к этому событию. Часть предпринимаемых мер – расширение производственных площадей. Темпы строительства нового цеха соответствуют утвержденному графику, а отдельные виды работ завершены даже раньше установленного срока. В скором времени здесь начнется монтаж оборудования, его наладка и пуск. Здесь будет создаваться технология SkyWay. В дальнейшем это место станет частью транснациональной корпорации, созданной гением одного человека при поддержке многих людей по всему миру.